Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание 16 октября 2021 года и поговорим о том, каким же знаком зодиака судьба подарит большие деньги. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы не пропустить знаки судьбы и возможность 16 октября. А прямо сейчас подпишитесь на канал «Эзотерика для тебя», ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Вы знаете, о больших деньгах мечтают, наверное, многие люди, но, к сожалению, не всем их удается заработать или заполучить. Но именно 16 октября у некоторых знаков зодиака именно этот день будет финансово успешным. В этот день вы осознаете, уважаемые знаки зодиака, и поймете, что вам нужно сделать, где вам нужно сэкономить, возможно, где вам нужно вложить деньги для того, чтобы в вашей жизни еще появились больше денег. И в этот день кто-то даже сможет сделать какие-то свои желанные, нужные покупки. И, возможно, среди тех знаков зодиака вы найдете и себя. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Итак, друзья, кто же из знаков зодиака повезет с большими деньгами? Именно 16 октября. И первый знак зодиака – это Овен. Уважаемые Овны, вы сегодня, 16 октября, сможете пополнить свой бюджет. И вы даже будете удивлены, как вы можете это сделать. Вы узнаете о том, что именно сегодня, в субботу, вас ожидает именно карьерный рост. Как бы вам это ни казалось, сегодня вроде бы и не рабочий день, и ничего не может предвещать вам ни хорошего, ни плохого, потому что это просто обычный выходной. Но знайте, что именно 16 октября за вашей спиной решаются глобальные вопросы во имя вас. И именно после 16 октября и вы узнаете о том, что вы можете увеличить свой доход за счет того, что вас могут повысить, например, в должности. Также 16 октября старайтесь не разбрасываться деньгами, никому не одалживать деньги и тратьте их 16 октября только рационально. И тогда вы увидите, что в вашем кошельке деньги есть, были и будут. И старайтесь те проблемы, которые к вам могут появляться, приходить в этот день, не расстраивайтесь и не переживайте. Представьте себе, что вы играете в какую-то игру, а в этой игре вы всегда можете переиграть. Так, возможно, и для вас в этот день будет также и построена жизнь. Поэтому, что бы у вас ни было, ни в коем случае не падайте духом. И знаете, в этот день к вам могут прийти большие деньги. Следующий знак зодиака, которого 16 октября жизнь подарит большие деньги, это знак зодиака Близнецы. Уважаемые Близнецы, 16 октября вы сможете не только неплохо заработать, но и также отложить определенную сумму в свою копилочку или шкатулку. И этот заработок, который вы получите 16 октября, станет со временем для вас постоянным заработком и даже неплохим заработком. И, пожалуйста, 16 октября подумайте о том, чтобы иметь дополнительные источники дохода. И это может быть все что угодно. Умеете пользоваться интернетом, будьте фрилансером, умеете готовить пирожки, умеете вязать, шить, занимайтесь и предлагайте свои услуги, например, через интернет или через газеты, или через то, что для вас будет намного, вот то, что будет для вас попроще. Но главное, помните, 16 октября, уважаемые близнецы, что вам очень важно быть разумным и целесообразным касательно ваших расходов. И тогда вы действительно
В вашей жизни после 16 октября могут произойти кардинальные изменения. Кроме того, если вы долгое время, близнецы, планировали совершить какую-то покупку, именно 16 октября вы поймете, как вы можете заиметь ту или иную сумму денег для того, чтобы приобрести вот ту желанную и долгожданную вещь. Следующий знак зодиака, которого ожидает 16 октября большие деньги, это знак зодиака Дева. Уважаемая Дева, еще если вы 16 октября утром еще не будете знать, где взять деньги на покупку того или иного, то уже ближе к вечеру 16 октября вы удивитесь тому, что у вас в руках может появиться достаточно большая сумма. Как эта сумма придет, она может прийти несколькими путями или через какой-то один источник дохода. Главное вам подумать над тем, что вот тут утром вы проснулись, да, и вам сегодня нужно что-то купить достаточно огромное или крупное. Пожалуйста, не расстраивайтесь, попросите высшие силы, чтобы они вам отправили через знаки, отправили вам подсказки, чем вы могли бы заниматься для того, чтобы заиметь то или иное. И уже вечером 16 вы будете удивлены тому, что вы сможете иметь. Также обращаю ваше внимание, уважаемая дева, что 16 октября ни в коем случае не носите с собой крупные суммы денег, потому что возможно мошенничество или у вас может быть кража. Уважаемая дева, будьте внимательны и осторожны. Следующий знак зодиака, которому жизнь подарит большие деньги, и это знак зодиака Стрелец. Уважаемые стрельцы, 16 октября вы узнаете о том, что вам повысят заработную плату. Вы очень будете счастливы, вы начнете всем рассказывать, трубить, звонить не нужно. Вы узнали об этом, ведите себя тихонечко, смирно, спокойно, чтобы хотя бы как минимум не сглазить. Возьмите, начните уже планировать, что бы вы хотели приобрести, что бы вы хотели бы заиметь. А также пересмотрите все свои расходы, потому что экономия также очень важна для того, чтобы достигнуть той или иной цели. Также в 16 октября у вас будет шанс неплохо заработать за счет каких-то удачных вложений. Это могут быть и ценные бумаги, как бы это ни звучало громко, а возможно вы подумаете над тем, чтобы открыть какой-то депозитный счет, но не именно на какой-то срок, а до уведомления, то есть для того, чтобы вы могли в любой момент снять деньги. И в любом случае, уважаемые стрельцы, у вас также в гороскопе сегодня встреча с мошенниками, поэтому будьте внимательны и осторожны. И следующий знак зодиака, которого 16 октября ожидают большие деньги, это знак зодиака Козерог. Уважаемые козероги, вы достаточно долго работали, вы старались, и вот 16 октября вы сможете заиметь деньги благодаря своему трудолюбию. Это может быть как основное место работы, так и какой-либо дополнительный источник дохода. Уважаемые козероги, вы 16 октября будете стараться успевать везде, потому что вы с утра решили достигнуть или у вас есть идея X, которую вы бы хотели бы заполучить. Но обращаем ваше внимание, козероги, у вас в этот день появятся и враги, ваши завистники. Поэтому будьте внимательны, будьте осторожны, поменьше рассказывайте о том, что вы, у вас есть планы, у вас есть цели, и на что вы хотите уже заработать или на что вы уже собрали. Помните, уважаемые козероги, для вас именно 16 октября будет молчание на вес золота.